Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать на шоу талантов «Детское время». И снова с вами моя соведущая Мария Сорокина. И Александра Кузьмина. Саша, расскажи нам, как прошли твои осенние каникулы? Маш, ну как могут пройти мои осенние каникулы? Все по стандарту. Я готовлюсь к единому государственному экзамену. По-другому просто быть не может. Мы обязательно будем держать за тебя кулачки. Ну а мои каникулы тоже прошли достаточно спокойно. Я повторяла темы, также готовилась к ОГЭ, которая меня тоже ждет. Ну а вот что насчет зимы? Ты ждешь зиму? Зима — это мое самое любимое время года. Знаешь почему? Потому что, во-первых, Новый год, ну а во-вторых, у меня день рождения. Да, день рождения — это все, конечно, замечательно. Но я люблю зиму просто потому, что холодно. Не очень люблю жару. Ты надеваешь теплый пуховик, тебе тепло и не жарко. Ты похож на большой комочек счастья. Да, согласна с тобой полностью. Мне кажется, мы немного заговорились. За нами же стоят самые талантливые участники. Давай же скорее с ними познакомимся. Да, я тоже очень жду этой встречи. Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите шоу талантов «Детское время», где каждый ребенок может проявить свой уникальный талант на всю страну. Если вашему ребенку от 3 до 16 лет, если он любит петь, танцевать, ходить на руках или, может быть, умножать в уме трехзначные числа, то ему прямая дорога в нашу программу. Дорогие друзья, специальный гость сегодняшней программы – директор Международного фестиваля мотивационного кино «Bridge of Arts» Козлякова Ирина! Итак, дорогие друзья, совсем скоро на нашей сцене появится первый участник. Привет, девчонки, как вас зовут? Меня зовут Катя. Меня Полина. А сколько вам лет? Мне 9. Мне тоже 9. Вы в одинаковых костюмах, почему? Потому что мы будем танцевать вместе танец. Девчонки, а в чем секрет вашего таланта? Мы очень любим танцевать и дарить всем хорошего настроения. Я желаю вам удачи, я думаю, все зрители обязательно оценят ваш талант. Спасибо. Спасибо. Встречаем Екатерина Бас и Полина Курасова. Ты такой стильный, давай знакомиться. Давай. Как тебя зовут? Меня зовут Степа. Чем ты сегодня удивишь нашу публику? Я буду петь песню «Папа купил автомобиль». А какая марка автомобилей тебе нравится? Тойота. Это очень хорошая машина. Мы пожелаем Степе удачи и будем смотреть его номер с удовольствием. Виктория, ну вот и настал тот момент, когда второй участник появится на нашей сцене. И имя этого участника — Степан Брусов. Встречаем
обычный экземпляр. Кудва поношенный, весь перекошенный, вот мой старый чай. Все, которого что-то дорого, папа купил автомобиль. Привет, маленькая принцесса. Как тебя зовут? Юля. Юлечка, сколько тебе лет? 6. Что ты будешь показывать нам сегодня? Петь. А какую песню? Я танцую. Наверное, это очень зажигательная песня. Скажи, а какой твой любимый артист российской эстрады? Полина Гагаева. Мне кажется, ты на нее даже чем-то похожа. Я думаю, ты обязательно станешь такой же известной, как Полина. Но я тебе желаю удачи. Спасибо. Встречайте следующую участницу, Юлия Мазилкина. Что такое происходит? Надо нам все в доме ходит, и никто не может спать. Это я с утра до ночи, как могу, стараюсь очень научиться танцевать. Пусть не все выходит четко. Привет! Расскажи нам о себе. Здравствуйте. Меня зовут Брусов Иван. Я занимаюсь в школе БИС. И я занимаюсь вокалом. Знаешь, я кое-что заметила. Мы с тобой одеты в одной цветовой гамме. Я так понимаю, ты сегодня будешь петь. Расскажи нам, пожалуйста, о своей песне. Моя песня называется «With You». Она на английском? Да. То есть, значит, если ты поешь на английском, то ты очень продвинутый певец. Это очень круто. Мы желаем тебе удачи. Ну а на сцене тебя уже ждет Юра и Виктория. Вперед! На нашей сцене появляется новый участник, имя которого Иван Брусов. To your eyes, I see the endless story. Every time you touch my soul, it feels like love and glory. 'Cause you are the one within the sunshine bright. You are one who didn't mind.
be next to you and live for you. With you, wanna be together. With you, wanna stay forever. With you, till the end and ever. With you, I found my way. Ты сейчас, наверное, спишь, смотришь на повторы. На листах московских крыш я рисую море, и в него бросимся мы с головой, и со дна, да, нас поднимет вверх волна. Ну и пусть утро смоет красок грусть, я вернусь, я вернусь. With you, wanna be together. With you, wanna stay forever. With you, till the end and ever. With you, I found my way. Ну что, дорогие друзья, я наконец-таки общаюсь с джентльменом. А то одни девочки да девочки. Представься, пожалуйста. Я Арман. А сколько тебе лет? 6. Ну, мы с тобой на самом деле знакомы. Я вам хочу чуть-чуть рассказать. Это Арман. Он участвовал в премии «Золотой микрофон». И мы с ним, ну, немного знакомы. Он очень крутой певец. Скажи, какую песню ты будешь петь? «Любите девушки». Ох, ну, шикарная песня и шикарный выбор. Ты большой молодец, и тебе желаю удачи. Давай петь. Дорогие телезрители, на нашей сцене появляется Арман Аветисян. Привет! У тебя такое невероятное платье, ты, наверное, модель? Нет. Ты, что же тогда ты сегодня нам покажешь? Я сегодня буду петь. А какую песню, в каком направлении? Армянскую народную песню, «Тамамашхаш». Это очень здорово. А вот я знаю, что тебя зовут Сюзанна. Вот тебя напрягает или тебе наоборот нравится, когда тебе поют песню «Сюзанна»? Если честно, немного напрягает. Ладно, тогда я не буду тебе про это напоминать. Ну, а я и наши телезрители желаем тебе удачи, и тебя уже, наверное, заждались Юра и Вика. Удачи. Спасибо. Дорогие телезрители, на нашей сцене появляется новая участница, имя которой Сюзанна Аветисян.
Привет, какая ты стильная. Как тебя зовут? Привет, спасибо. Меня зовут Маша. Маша, что ты будешь сегодня делать? Я буду петь французскую песню. Ух ты ж, французский язык, он же такой сложный. Да, мне он очень нравится. Давно ты изучаешь этот язык? Я его не изучаю, просто мне нравятся песни на нем петь. Ну, ты очень крутая. Скажи, а какая формула твоего успеха? Стремление, желание и красота души. Ну, я думаю, у тебя обязательно все получится. Тебе желаю удачи. Пусть все твои мечты исполнятся. Спасибо большое. Дорогие телезрители, на нашей сцене появляется следующая участница. Мария Хатламаджия. Pourquoi ce charné sur commence? Je suis canné sans importance. Salut, où je suis, c'est un peu par où je déambule, seul dans le métro. Et une dernière danse. Pour oublier ma peine immense. Je vous m'enfure que sur commence. Oh mon doux souffrance. J'ormis au ciel les jours, les nuits. Je danse avec le one, le blue. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans les bouges, j'ai cours, j'ai peur. Yes, moi, tu reviens de l'air, de l'air. Dans tout Paris, je m'abandonne. Et j'y me le vol, le vol, le vol, le vol, le vol, le vol, le vol. Que d'espérance sur ce chemin et son absence. J'ai beau trimer sans toi ma vie. Son c'est j'ormis au ciel les jours, les nuits. Je danse avec le one, le blue. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans les bouges, j'ai couru peur. Yes, moi, tu reviens de l'air. Привет, у тебя такой крутой наряд. Рассказывай скорее нам о себе. Спасибо. Мне 9 лет. Живу я на всей планете Земля. Ну а как же тебя зовут? Полина. Очень приятно с тобой познакомиться. Полин, спасибо. Я заметила, что у тебя разноцветные пряди. Ты их покрасила? Нет. Берешь, покупаешь мелки специальные для волос. И вот так берешь и красишь. Ой, я тоже как-то их пробовала, но, к сожалению, я свои разбила. Ну, у тебя очень крутой наряд. Ты сегодня поешь или танцуешь? Я пою. А какую песню? На «Титанике».
Ой, очень крутая песня. Мы желаем тебе удачи. Зажги нам сцену. Спасибо. Дорогие телезрители, на нашей сцене появляется яркая участница по имени Полина Талант. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Я схожу на берега. Я когда-то верила во что-то большее, чем чьи-то громкие слова, чьи-то нежные глаза. А по факту потом лишь пустота. И я себя сделала сама. Я никому ничего не должна. Отпустила и взлетела выше к далеким берегам, вопреки шансам, острым волнам. Отпустила и пропела: вы не мой капитан, а я не ваш океан. Так оставим ненужные проводы, вы не больше, чем спам, разлитый по сердцам. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю ботики. Это мой последний день на Титанике. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Ульяна. Ульян, какое у тебя красивое имя. Сколько тебе лет? Мне 12. Чем ты нас сегодня порадуешь? Сегодня я спою песню. Ой, у нас сегодня в студии столько вокалистов. А какой певец нравится тебе? Мне очень нравится Риана. Она такая яркая и классная. Так, наверное, ты будешь петь песню Рианы, да? Да. Ну, на самом деле, я не удивлена. Ульян, скорее проходи на сцену. Скоро начнется твоя минута детского времени. Встречайте следующую участницу, Ульяна Кузнецова. I'm not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. You're the broken one, but I'm the only one who needed saving. Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Привет, ты такая красивая, расскажи нам о себе. Меня зовут Гречка Мила, я занимаюсь танцами. Я занимаюсь танцами акробатическими, восточными и профессиональными. Ух ты, ты такая молодец! Расскажи, где ты занимаешься? В Бестаре. А сколько ты там занимаешься? Уже 4 года. Ты такая молодец! А сколько тебе лет? 7 лет. Ух ты, то есть 4 года, ты большая молодец. Мы с удовольствием посмотрим твой номер и желаем тебе удачи. Давай 5. Встречайте, наша следующая участница Гречка Мила. Oh, ma douce souffrance. Pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec
absence. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Дорогие друзья, только что на нашей сцене вы увидели выступление самых талантливых участников. Если ваш ребенок талантлив, если ему от 3 до 16 лет, если он любит петь, танцевать, ходить на руках или, может быть, складывать в уме трехзначные или четырехзначные числа, то ему прямая дорога в нашу программу. Всю подробную информацию вы можете увидеть в наших официальных соцсетях, а также узнать по телефону, который находится на экране. С вами была Виктория Шкарина, Юрий Леус, и вы смотрели шоу талантов «Детское время». Ребят, вставайте, давайте немножко потанцуем. Наша традиционная дискотека в конце нашей программы. Сегодня не пришла, я долго думал, почему. Может, что-то упустил, может, где-то был неправ, может, ты не поняла. Я так хочу тебя набрать, спросить, как твои дела. Но мы знаем наперед, кто-то трубку не возьмет, я держу себя в руках. И только свет далекий манит одинок.